Mm-hmm.
На барабанах, Алексей Заволокин на бас-гитаре, Юрий Погиба на клавишных и Анатолий Тикучев на вибрафоне и этом инструменте молотка. Да. Мы будем играть авторскую музыку, которая написана мной, ну и надеемся, что вам это понравится. Первая композиция, которая прозвучала, называлась «Мутабор».
А следующее, все знают, что такое мотобор, не буду объяснять. Следующая композиция называется «Урания». Thank you.
Спасибо. Эта пьеса называлась «На облачном берегу». И сейчас самбо плюс. Thank you.
Петр Ившин, соло Муган. Мы продолжаем композицией «Индиго». Thank you.
Спасибо. Клинч. Thank you.
Композиция, которая называлась «Клинч», а сейчас я сыграю сольную пьесу, которая называется «Ник». Thank you.
И завершаем мы наш концерт композицией «November Charlie». Thank you.
Сегодня для вас играли Петр Ившин на барабанах, Алексей Головокин на бас-гитаре, Юрий Погиба на клавишных, рояле и Анатолий Декусев на микрофоне на руках. Спасибо большое. Приходите еще.